Доброго утра всем, с вами Маркелов Борис, и я хочу официально заявить, что CryptoHands пошел вперед, он рвет сеть, торопись в команду. Если вы еще этого не сделали, обязательно постучитесь в ссылку и спросите у меня, какую ссылку ты мне посоветуешь, под кого ты мне посоветуешь пойти. Почему CryptoHands? Потому что CryptoHands создан на смарт-контракта, потому что в криптохенсе вас никогда не заблокируют, потому что в криптохенсе деньги вам идут сразу на ваш Ethereum кошелек. Сколько стоит вход? 0.05 Ethereum. Если у вас лежат сейчас эти деньги и вы не знаете, куда их пристроить, ребята, криптохенс — это выход для всех. Вот в криптохенсе сейчас мои партнеры, моя первая линия получает от меня переливы. Сейчас мы уже выстраивать начали вторую, третью и четвертую линию. Если вы успеете сейчас зайти, уже за короткий срок вы начнете зарабатывать безумные, большие, огромные деньги, которые вы можете выводить к себе на кошелек и делать с ними все, что вы хотите. Вот здесь сейчас Андрей присутствует, и он может подтвердить, что деньги ему пришли на кошелек, и он дальше продолжил движение. Буквально за несколько дней человек ничего не делал, никого не пригласил. Работал я, и я продолжаю работать, и я продолжаю продвигать эту тему, потому что эта тема вор. Потому что эта тема приносит огромные бабки. То есть можно, конечно, не верить, можно вообще ничего не делать, но, тем не менее, сказать там, что лохотрон, пирамида, там, обманываете. Андрей, вот напиши мне, пожалуйста, сейчас в чат, что я тебя обманул. Что я тебе не подставил трех твоих партнеров, которых я, можно сказать, сам пригласил. Это мои партнеры. Мои партнеры. Хотя я мог бы создать там какую-то систему хитрую или пойти в другой проект и забивать все деньги на себя, запитывать. Сейчас переливы идут именно моим партнерам. Сейчас мы выстраиваем вторую, третью, четвертую линию. Еще раз пришлось, вторая, третья, четвертая линия. Сейчас сеть зависла, то есть бывает такое, что Ethereum сеть, когда через смарт-контракты идет, когда не хватает газа, она зависает. Ребят, не беспокойтесь, все ваши платежи, которые вы сделали, сейчас зарегистрировались, которые вы сейчас сделали, они все пройдут, сеть отпустит, и автоматически у вас пойдут вот эти деньги. То есть сейчас несколько платежей зависло. Поэтому мне люди сейчас пишут, ну что, я оплатил, почему я в кабинет войти не могу? Сеть висит, газа не хватает. То есть газ — это своеобразная комиссия майнерам, которые пропускают вот эти блоки, которыми сеть обменивается. Ничего бояться не надо, ничего такого здесь нет. У меня тоже зависала сеть. Она зависает по несколько раз в сутки. Кто с этим не сталкивался, этого не знает. Ничего страшного нет, никуда ваши деньги не уйдут. Ваши деньги уйдут по назначению, ваши деньги пойдут именно моим людям по переливу. Также будут мои люди делать и вам. То есть то вы будете в любом случае получать к себе на кошелек напрямую. Где вы видели такую систему, чтобы вам сразу на кошелек деньги приходили и вы пошли их в магазине потратили? Эта система идеальна, и эта система прозрачна. Система прозрачна, которая дает вообще такой прирост. У меня такое вдохновение поперло. Я вообще уже, у меня уже вот это вот изнутри все рвет. И вы видите, что я искренне это все говорю. И я проверил это на себе. И я рекомендую вам. И я вам рекомендую заходить. Стучаться в личку, спрашивать ссылочку. Потому что мы сейчас строим структуру. Я у каждого своего партнера взял его личную ссылку. И если будут от меня переливы переходить, и мы напрямую еще будем людей ставить под этих людей, мы сейчас выстраиваем вторую, третью, четвертую линию. Запомните, вторая линия — это 1.35 эфириума заработка, третья линия — это 12.15 эфириума, четвертая линия — это 109.35 этериума.
кому-то эти деньги не нужны, ребят, идите лесом, идите зарабатывайте там за 200 рублей где-нибудь обещанные ваши 170 тысяч. А мы пойдем к своим миллионам. 109 эфириумов, если вот средним взять стоимость это и перевести на рубли, это около 2 миллионов рублей. 2 миллионов русских рублей. Если вы не хотите, если вам не надо, если у вас нету, если вам жалко 0,05 этериума, оставьте их себе, пойдите купите хлебцы, пойдите купите пиво, либо залейте там, я не знаю, там 20 литров бензина в свой бак. Вместо того, чтобы сделать так, чтобы ваши деньги работали. Ладно, ребят, на этом я заканчиваю. Это была небольшая трансляция, более развернутая трансляция. И, скорее всего, с маркетингом мы, если получится, проведем со своим партнером вечером через HansGold. Обязательно сообщим о дополнительной трансляции в наших соцсетях. Всем привет!